А кто я? Подождите, я уже забылся. Уже игрок. Я, кажется. Блин, ну ладно, игрок, так и игрок. Игроки. О, а знаю. Ладно, знаю. Это стена, конечно же, где... Как говорится, где только хорошие люди могут заработать хорошие деньги. Мне надо сейчас звук добавить, подождите чуть-чуть. Добро пожаловать на шоу «Стена», где хорошие люди только могут взять хорошие деньги. Сегодня с нами играют... Макс и Аким. Привет. Да. Я приветствую всех, кто в этом смотрит «Стену». Да, правила знаем. Да. Да, мы знаем правила. Да. Да. И сколько сегодня не слух Мак и Аким в «Стене»? И смогут ли они победить вообще? Сколько они его грабят? Мы узнаем только ну, сегодня. Ну, узнаем. Мне стена держись. Начинаем да. Первый раунд. Первый раунд. Это халявка. И просто держись на компании. А халявка. Да, с тобой на файте началось. Смотри, халявка у нас. Миллион. Первого лица будет. Блин! Еще один. Там ты еще миллион упустили. Ну, у тебя сейчас 850 тысяч очков. Ё-моё. Сейчас мы узнаем. Первый вопрос, значит так. Мак, повернись, какой-то такой вопрос, Ниса, все. Отличненько. Внимание, yes. Первый вопрос. Хорошо. В какой стране обитает комуцкий дракон? Индонезия, Малайзия. Я тоже думаю, что Индонезия. Я тоже думаю, что Индонезия. Ну, конечно же. А что ты нажала кнопку? Кстати, в следующем версии будет, будет добавлена еще одна кнопка, это кнопка удвоения. Золотая такая. Да, и да, она у нас тут. Она скорее всего будет в этом сезоне стены, это второй сезон стены. А первый сезон был у нас Матча. Да. Ладно, давай следующий вопрос. Какие две самые дорогие буквы Scrabble, которые приносят больше всего очков? Интересно. KL или QZ? Я думаю, QZ. Да, QZ. QZ. Надеюсь, мы выиграли. Выиграли? На самом деле, я не играл в эту игру, но хоть я наугад отвечал. Но было... Я тоже не играл это, но... Что лучше ко мне в игре камень, бумага и ножницы? Ножницы или бумага? Что лучше ко мне? Я звучал бумага. Я тоже думал, что бумага. О, столько единиц! Десятки! Сколько же ты? Сколько десяток? А, да. Да. 940 тысяч. Нормально пошло. Еще вопрос. В какой части Half-Life есть... Простите, ее имя в Twitter, но это Карелла Коварские. Да, я вообще не знаю. Карелла Коварские. Внимание, вопрос. Из какого она? Индонезия или Китай? Из какого бренча? Я понимаю, что она с Китая. Из Индонезии. Можно ответить? Индонезия. Да, я за Индонезию. Я так думал. Слава богу, что не Китай. Да. Сейчас я думал, что это Китай, но я вовремя изменил. Нет, но по-моему, это шампунь, а там, блин, не слезу говорю. Это пятый вопрос был? Наверное, да. По-моему, так. О, столица Ирака мы забыли. Опа, да. Знакомый. Что за бомбе? Ой, там не помню, это зафильтровался. Багдад, да? Багдад, нажимайте. 25К. 25, что нормально? Нормально. Возраст гарантированный миллион. Миллион. Уже лимонов много играли. Итак, во мне в Антине будет разделяться. В Антине будет разделяться. Марк, давай ты пойдешь. Ладно, я просто в комнату сидел, я просто в ту комнату, короче, а кем будет в студии? Давай, иди. Хорошо, если я помогу с твоими деньгами. Давай, а я полез в эту студию. Хорошо, давайте сюда трубу, будем начинать. Макс, залезай вот сюда, Макс, залезай. Да, залезай, в эту комнату. Не забывай кнопку не отпускай и садись сюда. Я имею...
Ты сюда садись. Ага. Сюда садись. Там есть сиденье, садись. Ты совсем спрыгнул. Молодец. Все, садись. Садись сюда, нет, все, никуда не нажимай. Хочешь, только камера тебе нападет? Кнопки ответа. Мак, как чувствуешь себя? Ну, что скажешь, я в этом теперь раз там вообще ничего не видно, вообще не твой там как бы в этом. Поэтому телефон ты мне это первое такое место не нравится в стене. Да, что у нас будет, как сначала халявка, а потом. Да, сначала халявка, давай. А потом ты зеленых шайка, сначала халявка, потом ты зеленых шайка на твой выбор, потом белые шайки, а вот которые станут либо зелеными, либо красными, в зависимости от ответа мака, и потом злые, классные. Да, злые, тупые, красные. Давай. Ну, полтора миллиона, это 50 тысяч. Опа! Стоп тебя, ну не в этот, не в этот раз. Так. А теперь, куда мы поставим наши шарики? Ну смотри, я планирую поставить сначала в пятерку. Подожди, сейчас. Сначала в пятерку. Спаун нью болл. Поставим пятерочку, Аким. Держи его и кидай сюда. Да, я знаю. Лети, мой любимый. А четверку. Какую пятерку, если я сказал пятерку? Я не понял, он типа не вас слышал. Ладно, хочешь пятерку еще дополнительную? Рискну. Ну давай. Так уже больше денег тебе даст. Да, так будут у меня шансы такие. Так, шестерка предпоследняя. Давай. Обамка. Четверка? Да, и семерка давай. Номер с тем последняя. Номер 7. Подожди, спаун нью болл нажимай основным бег. Да, давайте обратимся сюда. Ду-ду. А тебе вопрос. О, Марк, давай отвечай. Помоги мне. О, что-то. Что-то, да. Африканс. Да там только поняли ответ, африканец остался. Что это за фигня, я не понял. Все, не мой вопрос. Yep. Какой язык в Южной Африке существует? Я думаю... Африканец, принято. Да, африканец. Давай, выиграй. Yes. О, молодец. Все, теперь верите. Давай 150. Именно сразу 4, сразу 150, yep, давай. Падайте. Yes! Ну да, только вот этот шар не единственный, кто попал в единицу. Да. А теперь куда еще поставим наши шарики? Куда еще поставим шарики? Давай сразу... Давай сразу 6, 6 и 7. 6. Два раза шестерку и один раз семерку, давай. Давай. 6, 7. Давай, сначала... Сначала 6, 6 и 7. Окей, так. Еще одна, еще одна шестерка, пожалуйста. Мог быть. Мак, это очень интенсивно, кстати. Да. И семерку, пожалуйста. Сам застрял, поэтому. Это форс-мажор, пацаны. Форс-мажор настоящий, экстремальная ситуация в стене, когда мало денег. Да, да, я тебя понимаю. Давай. Внимание, я могу на Мака. Давай, Мак, удачи тебе. Я, он сломал. Что за? Так, ну, вариант. А что там? Опять, ну, давай, опять что там? Эть. Что? Ты не понял. Это что-то прикол. А это я знаю, ответ Аханако, ответ Аханако, ответ А нажимай. Ответ А. Стоит себе. Пожалуйста, можно это, чтобы было правильно, пожалуйста. Ух! Если бы были вот эти вот анимации на этих квадратах, то было вообще классно. Да. Давайте, смотрите. Надо еще один вставить, надо еще один вставить, он глюкует опять. Давай. Ставим на единичку? Давай. Кликай. Давай. Да, я уже. Вот, давайте я на единичку, чтобы было все по-честному. Оп. Все, давай, поехали. Давай, камон, падайте. Хорошо. Пойдем за руку. Падайте, пожалуйста. Поехали. Стоп, 1,5 миллиона 150 тысяч.
Вот этот. Блин! Ёба! Блин! 2 очка 10. Нормально. Поставим после твоего раунда. Давай. Куда поставим шарики? Я планирую поставить сразу 3 раза. Нет. Три раза в семерку. Ууа. Ууа. Я куда? Ты что сделал? Выбери! Убивай его! Ты сломаешь игру! Я ему пленки, Миша! Да, я вообще, пожалуйста, поставьте их на... Давайте на 1-4-7 дважды. Давай. Чтобы она мне мешал. Я вообще, кто его пригласил? Ты тигра. Ты льва. Ты пумы. Прикольно. Ну, прикольный вопрос попал. Когда сборная Англии по футболу? Вот быстро пошел, значит. Ну хоть это мне знакомый. Вот это... Знакомый, кто-то не знакомый. Я. Ты не играешь. Мам, все думал. Трек-триггер, да. Ну, Марк, давай думай. Хожу я по студии. Марк, давай, отвечай. АБЦ. Вишенка на торте. Я вишенка на торте. Ты льва, принято. Давай. Пожалуйста. Ох, ты умный. Теперь мы можем проспать метни. 150. Почти. Ну зато там... Да блин. Почти. Ну зато хоть какой-то результат. А это какой? Это эти вопросы с этого раунда, говорите. Походу да. Да у нас. Походу не вам. Халявка. Время халявки. Пошло. Ой, блин. Халявка. Закройте студию. Кто вы? Закрыли. Все, молодец. Миллион. Блин! Почти! 2 миллиона у вас. Заходи еще на халявку. Зато полмиллиона. Кто вообще их пригласил сюда? Взять халявку и все. Давай, почти. Да как так? Да блин. Да не могу. Как? Не попало. Это вообще не мнение какое-то. Жаль. Давай сюда ответы и шарики бросаем. Погнали справа в блондинг за ответы, и потом ответим на вопрос. Опа, идем. Давай, шарики на этом. Третья халявка. Нет, не халявка, это вопрос. Пожелаем миллиончик. Вопрос. Давайте сначала ответ, а потом вопрос. Зоопарк. Так. Карусель. Канал Карусель, блин. Гонки. Формула 1. Или 2. Проходной. Вы здесь самолет в пяти служит за 1 миль. Где вы находитесь? Конечно. Довольно. Ну я знаю этот ответ, но не буду я подсказывать. Пусть Парк сам думает. Ну думаю, мы все знаем. Ну мам, нажимай на кнопку ответа. Я так думаю, что это красный. Где Б? Принято. Давай. Опа, на. Ура! Да, это хорошо. Теперь лям. Давайте, пожелаем. Миллион! 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 Миллион, давай! Так, ну тут ты сидишь, подключай, потрял, я ему помогу. Убьет тебя по миллиону. Миллион. Даже больше. Ребята, тут шарик этот застрял. Четыре по каждому из них. Еще. Следующий вопрос. Не кажется, или слишком много? Да, это песни, это песни. А я понял. Хай-тай. It's you. Так я не буду смотреть. Давай вопрос, я не буду смотреть, правильно ты? Какая песня Муны Хашины мы искала на Фэнтон Эйс на момент больше момента, что посмотрим. У Муны. На Муны Хашины. Все посмотрим. А, Б, С и Д. Все зависит. Сейчас напишу у кого. Дай написать. Напиши. Хватит, Диан!
Гер, там кликаешь. То есть, Диа, хватит. Принято. Хай-тайт! Что ты с ума сошёл? Я откуда мог знать про эту песню? Посмотри, да хватит, да хватит, Диа, хватит! Давай. Посмотри, сколько мы продули. Ну, да. Надеетесь, что не миллион? Хватит, я. Еще. Да, подумали. У вас лучше миллион осталось. Но все еще 4 миллиона, это хорошо. Окей. Я, хватит уже комментировать, в конце концов. Посмотри, у вас 5 шайков. Так. 5 шайков, ай-яй-яй. Рискованно. Шаров. Шея. Че с тобой, Дия? Уста. Артём, можешь, пожалуйста, сказать Дияру, чтобы он заткнулся? Потише, не мешайте ему. Эй, палец, внимание, вопрос. А где это же вопрос-то? Какие скотины названия на территории России? Шея, уст, спина, палец. Пожалуйста, я не буду смотреть. И ваш ответ? Ну, это не палец. Где палец? Почему палец? Это уста. Спина. Спина, блин. Злое падение возвращается. Не будет. Ну, за ней пешено, ну. Единый 60 рублей, 1 миллион. Ну, мне не телефон. Ну, мне нахуй не попал. И сам был. Ну, хоть миллион. На 1 миллион вас беднели. А теперь пришлось время контакта. Итак, так, Мак, сейчас я могу дать тебе контакт. Да. Эй, а у меня он. Понимаете тебе. На самом деле я возьму. Ой, переживаю. Нажми на контакт иконкой и почитай. Я не знаю. Я только не там. Успей. Да. Фух. Хорошо. А где последняя злобная антихалявка? Потому что Мак подписал контракт, и после этого злая антихалявка, поняли? Да, да. Давай, антихалявка. Диар! Стоп, все в порядке. Можешь, чтобы была маленькая. Иди. 10. Нет. Да, пацаны, ваш баланс. 2 миллиона вот так вот. А теперь, прошу Мака выйти из комнаты тишины. Выхожу. Я, теперь не комментируй, пожалуйста. Иди со студии отсюда, иди сядь в аудиторию. Мак, иди к Акиму, я прошу вас посмотреть друг другу в глаза и будьте тише. Посмотрите друг другу в глаза вот здесь. Вот здесь. Да, я слышу. И отдалитесь от немножко. Где? Иди отсюда! Я! Иди отсюда! Мак, хватит там сказать, посмотрите Акиму в глаза. Да не так, Акиму, а не мне. Мак, иди сюда. Зачем ко мне в глаза? Мак, я тут. Мак, подойди к нему. Тут. Я тебе покажу. Я вас смотрю. Эй, короче, все. Да ты ему, а не ко мне. Так, все. А ты мам, а ты Мак, признайся, что ты сделал с контрактом. Было сложно, но и додумал вариантами. Тут, конечно, выпускно. Я что-то с контрактом. Я записал, я его изменил пару. Ну что ж. Попал из контакт, выбегли себя от 1 миллиона с через 85 678 очков.
Ну а, что ж. Аким, признайся, сколько ты выиграл, сколько... Аким, я прошу сейчас вывести на экран ту сумму, которую мы выиграли. Ну какую? Внимание на экран. 24 миллиона твоидов! 1465, поздравляем! Аким, мы с тобой выиграли. Обнимемся. Сюда обнимемся. И они почти удвоили свой выигрыш, благодаря плаванию с этого ужасного контракта. Ура! Вы все это заслужили. Вы заслужили 24 миллиона. Ура, спасибо. Может, они, конечно, не лучше, но это тоже круто. Все на нашем пути, не скажем, как возник новая жизнь. Когда был в этом камине, мы все еще слышали, что спустили. Я ухожу.